Вера, как всегда с вами. Ну вот, лето, жара, а чем занята бабушка? Как вы думаете? Конечно, внуками. Вот решила свозить внуков во флай-парк. Но дети все переиграли, решили иначе. Посадили меня в машину и отправили на дачу. Я не хочу на дачу, не хочу, сейчас я все заплачу. Детки уехали во флай-парк отдыхать, а я как рабыня Изаура на плантации пашу. Вечером привезут фото, я хоть посмотрю, как они отдохнули. Просто для меня в машине места не хватило, потому что они там и сами набились, как селедки, и в консервные банки, и поехали. Сейчас 12 годы. Он все-таки вместил. Идем. Все улыбаются, все хорошо. Марш, да. Отжили. Ты кричи. Вам удобно? Вам удобно? Комфортно. Не притворяйся. Ну, в тесноте да не в обиде. С горем пополам доехали. Вот оно, наконец, место назначения. Флай-парк. И тут часто бывает. Так что, как у себя дома, прошмонал биом, оббежал, все кругом проверил. Зора, а ты через нить. Зора, ты через ну вылез сам, да не вылезет сам.
встал, набегался. Малой уже все пробежал. Старший внук первый раз. Решили его свозить, показать. Пусть тоже оторвется по полной. Ну, как положено. У бабушки надо, чтобы что-то помнил он. И он быстро вклинился в это дело и получал удовольствие по полной. Все, погнал! Никита, тебе понравилось? Да. Да? Круто было, скажи, было круто. Давай, давай, бей. Смотри, Силагина. Было круто. Говори сильнее, я сам понял. Раз, два, три. Было круто. Блин. Мы будем смотреть, как ты прыгаешь.
беру, веду, 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 веду. Я сделал это. Никита, играй честно. Давай. Да там он больно будет упасть. Мне кажется, мягко не будет. Никита, глянь! Парижёра ползёт на высоте. Плывёт. Аня, где Асма? Почему вылезем, пусть уже на стол. Ну и что? Каждый получает удовольствие, как может. И я где? Я на даче, пошу как папа Карло, вкалываю и все думаю, боже, сынок, лучше б ты бусика купил, и я б влезла. Я не хочу на дачу не хочу, сейчас я вообще заплачу, и сильно закричу, так и не хочу на дачу не хочу. Там все для детей организовано капитально. Внуки получали удовольствие по полной. Ну и старшие детки тоже не скучали. Тоже нашли себе занятия. Пока никто не видит. Когда кто-то видит, я хожу по вот этим ободочкам. А когда не видят, можно и на батуте попрыгать. Только... Да, снимаю, как ты меня снимаешь.
Прикольно. Прикольно? Да. Помещение больше, чем я ожидал. Где так много? Еще один впечатлительный прибежал. Рассказывай, как тебе впечатление? Короче, он голодный. Он под впечатлением. Надо его покормить. Вот так и прошел еще один день у бабушки. Бабушка как может, так и развлекает. Так что в следующий раз расскажу еще об одном дне. А сегодня все. Пока-пока. До новых встреч. World business, 핵심, 섭외 else need.